Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смел. И сегодня, как вы видите, я буду реставрировать старый дом в Майнкрафте. Ему, наверное, уже очень много лет. И, в принципе, как видите, вот он. Прям вот такой вот разрушенный весь. И это не просто он взорванный, он просто что-то с ним произошло. Вот. Так что сейчас буду я реставрировать. Вы будете смотреть в ускоренной съемке, чтобы много времени не тратить, потому что на это видео мне ушло 2 часа. Ну все, видео начинается. Итак, как видите, вот такой вот домик получается уже. Крышу отреставрировал, и вот продолжаем.
Итак, что могу сказать? Сейчас я уже достроил этот дом и уже на монтаже дорабатываю это видео. Ну и в принципе домом я доволен. Вот холл получается, как видите. Потом кухонька такая красивая. Дальше туалет я сделал. Вот. Потом у нас подвал идет. В подвале я, кстати, постарался. Там красиво должно быть. Ну, потолки я не доделал, уже лень было. Ну, как-то так, вот, да. Как видите, ландшафт тоже на улице я сделал. Вот, тут тоже все сделал. Это, получается, склад у нас. Я его полностью закончил. Потом вот тут прикольная такая пасхалка, не пасхалка, акустик сделал. Потому что я не знал, для чего этот коридор, проводку там делал. Вот. Дальше что? Дальше второй этаж, на нем, в нем есть система охраны, но это так себе, конечно, было не очень в стиле, но так вот. Вот, в качестве пустых полок я использовал для флагов, для сделывания флагов. Вот тут коврик. Лампы такие красивые, окна делал вот такие. Хотел сделать что-то типа мозаики, мозаичных окон. Потом телевизор, диван тут есть красивый. Дальше такая спальня. Ну и на этом, наверное, все. Еще хотел сказать то, что эту карту я скачал. Ну, неважно откуда, с какой группы ВК. То есть тут куча зданий, они могут разрушены быть, неразрушенными. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока. А, ну и вот для тех, кто еще остался, вот как было до, и вот как после, то есть можете посмотреть, там много изменений.